Не, всех приветствую на своем канале, да, без парика, но вот я такая вся тут серебристая, блин. Я даже вот это нацепила. Я наконец-то созрела обозреть то аниме, которое уже, наверное, месяца полтора назад смотрела. Вообще, у меня в Тодоисте написано было «Пырк! Сегодня!» Ну, я сегодня планировала что-то другое, а потом думаю, как-то, надо уже как-то, ну. А то этот маленький листочек со шпаргалкой однажды выкинется, и я забуду те мои основные замечательные мысли. Короче, если вы любите аниме так же, как его люблю я, больше или меньше, или просто любите аниме, если вы в душе считаете себя анимешником, либо, как я долгое-долгое время, мне просто нравится аниме, я не анимешник, не надо мне никакие клейма клеить. Короче, то welcome to hell к просмотру. Если же нет, не смотрите, или смотрите только для того, чтобы поплеваться в комменты. Сколько тебе лет ты это смотришь? Охренеть. Прикиньте, сколько мне лет. И я это смотрю. И не парюсь насчет того, что кто-то там парится на эту тему. Короче, аниме называется, которое я посмотрела. Да, у меня есть бумажка, без которой я букашка, про которую я говорила уже в начале ролика. Хроники 12 королевств. Как я узнала, это я, как обычно, слоупок, потому что уже практически все, кому не лень, его смотрели. Ну, у меня знакомых анимешников в реале практически нет. Нет у меня в реале анимешников знакомых. В виртуале есть, и тех мало. В общем, мало у меня знакомых анимешников. Нет, у меня есть подруга, которая некоторые аниме смотрела. Ну, я не думаю, что она анимешник, хотя она любит Японию. Она писала... В общем, у меня диплом был по социокультуре Углича, а у нее был по Японии. Она меня на 10 лет старше, она библиотекарь. Не знаю, можно ли ее назвать анимешником. Короче, аниме. Хроники 12 королевств. Меня очень поразило до глубины души. Да, у меня есть душа где-то вот тут. Я показываю, но камера не видит. Вот тут она где-то, или там, не знаю. Может быть, здесь. Может быть, здесь. Может быть, здесь. Может быть, здесь. Короче, где-то у меня есть душа, которую поразило это аниме. Не поверите, у меня такая мигрень случилась. Не к аниме, правда, да? Но я вчера вспомнила, что у меня есть вот такой замечательный фен. Точнее, есть фен, а у него есть такая замечательная насадка. И... Нет, я не собираюсь самоубиваться, но вот, оказывается, ей можно помассировать волосы, и голове будет хорошо. Можно помассировать лоб. И голове будет еще лучше. Короче, вот первое аниме из всех, которых я смотрела, возможно, это не первое аниме, но вот я смотрела очень много аниме, название не запоминаю, но когда вот стала вести канал, вести канал, потому что где-то там в декабре, в этом месяце будет 10 лет аккаунту, когда стала снимать ролики в виде, когда стала вести видеоблог, потому что блог я веду давно, так, блог буквенный, с фотками, и стала делать обзоры аниме, то вот за этот период, это вот первое аниме, где главный герой это не вот мальчик, девочка, животное, кошечка, белочка, птичка, там еще что-то, бог какой-нибудь, стихийное бедствие, а именно сама страна, сам мир, вот это вот. Если вы смотрели «Хроники 12 королевств», я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? И весь сюжет, конечно, не надо пересказывать, иначе вы там это не будете смотреть. Аннотацию я читала, лучше бы я ее не читала. Вот я схожусь уже к мнению с тем, что если я читаю аннотацию, то я чего-то ожидаю, что-то не так. Вот, допустим, третью главу «Тарт» я когда перевела, я прочитала аннотацию у Никитоса на сайтике. Я даже ссылочку оставлю на блокпост, там, в смысле, у него там есть этот помадоки сайтик, очень, кстати, интересный. Но вот, если вы собираетесь переводить какую-то мангу помадоки и прочитаете аннотацию, лучше не читайте аннотацию, если вы собираетесь переводить в одно лицо. Вообще, Кадзуми, кажется, брошенная, не знаю. Короче, я прочитала аннотацию. В Тарт было так, что вот Тарт стала волшебницей, потому что ее сестру замочили ведьмы, да? В первых двух главах такого не обнаружилось, в третьей вот, да, под конец. И тут я прочитала аннотацию, что главная героиня Йоко, практически Йоко, была такая вся сволочь,
И вот, попав в другой мир, она поняла, что она саму себя жалела и была на самом деле сволочью, да и т.п. Ее, грубо говоря, гнобили. Меня в 6 классе гнобили. И вот, знаете, такая тема, когда вам говорят в комментах: «Не обращай внимания на хейтеров, они однажды отвалятся». Меня водили к психологу. Мне говорили: «Не обращай внимания на тех, кто тебя травит, водой обливает, пытается задушить и вообще плюется в ту сторону. Они однажды отвалят». Ни хрена. В общем, ее гнобили, она была старостой класса, она думала, что она со всеми дружит, была добрая, милая и пушистая. И не хотела влезать в конфликты, это уже не конфликтная. Оказывается, надо было влезать в конфликты. Хотя я вот заметила, когда человек пытается отстаивать свое мнение, то если это на улице происходит или так как-то со стороны, это выглядит именно как не он пытается отстаивать мнение свое, и он бедный, несчастный, а тот, кто на него наезжает. Короче, очень такое жизненное аниме. Если вас в школе гнобили или просто издевались какой-либо период жизни, вы вообще что-то найдете там с этой героиней в себе. Девочка попадает в такую ситуацию. Ну, школа такая обычная. Приходит к ней какой-то чувак, говорит: «Слушай, я хочу, чтобы ты стала королевой. Ну, это, прими уже мою клятву». Вот. Ну, как бы это вы восприняли? Я бы охренела, она примерно так же. Появляются какие-то руки, ноги, короче, животные, непонятно откуда. Короче, приходит мужик в обычную жизнь девочки и портит ее к чертовой матери, забирает эту девочку, плюс ее как бы подружка, но на самом деле она не подружка, хотя под конец аниме она говорит: «Да-да, я подружка королевы Сэкиси, эгегей, у меня есть статус, не трогайте меня». И друга, в которого влюблена Йоко, но который замутил втайне с ее подружкой, как бы, подружкой такой. В общем, они все втроем сваливают. Подружка: «Я такая крутая, это меня должны были выбрать королевой». Ну, в общем, она много жизни там крови портит всем, кому не лень. Этот чувак куда-то сваливает, потом выясняется, что чувак заболел. Короче, Кирин, главная ГГ, помимо того, что аниме, в самом этом аниме, в «Хронике 12 королевств», ну, соответственно, что там 12 стран. У каждой страны свой король, там, девушка или мальчик, и, соответственно, соправитель, Кирин, мужчина или женщина. Я сейчас вспомню, то скажу. Нашего Кирина зовут у Йоко Кейки. Ки – это, значит, кажется, Кирин, Кейки, Кейрин. Короче, Ки – это, кажется, мужик. Рин, если окончание, это женщина. А Кей – это страна, которая вот правит вот этот самый соправитель этой страны. Это вот наш этот Кирин. Это лошадь с рогом. Смеси ежа и ужа. Выйдет метр колючей проволоки. Там даже по аниме немножко. Ну, может быть, конечно, это в переводе, в котором я смотрела и в разных переводах смотрела, озвучках. Может быть, в этой озвучке и в этом переводе такой стёб был, что вот скрестили одного и другого, и получился вот жирафик такой. Ну, вот в японском языке Кирин – это жираф. В китайской мифологии это что-то вот такое. Вот это ближе к китайской мифологии, там очень много такого вот. Короче, есть некая страна Япония, и там где-то через океан 12 королевств. И вот случается какой-нибудь такой тайфунчик или типа того, фигак с какого-нибудь человечка. И он в этих 12 королевствах. Ну, мало кто туда-обратно возвращался. И, в общем, такая, как бы, можно сказать, параллельная вселенная. Конечно, ей дофига всяких палок в колеса вставляют. Она: «Не хочу я быть королевой, вы чего?» А потом вроде как уже хочу. И вроде как уже королева. И вот там есть вообще 3 серии. Я не помню, сколько всего серий, но 3 серии. И эти все 3 серии, вот они от лица какого-нибудь ГГ, основного после самого этого пространства и времени, самой этой страны, мира этого, а как бы от своего лица говорят: «Вот, вот за последние 12 серий случилось так-то, чувак, если ты забыл, что ты смотришь, то вот я тебе сейчас в этой серии расскажу». Я вообще не понимаю, нахрена эти серии. Вот я читаю книжку периодически, да, вот все еще читаю «Темного эльфа» Роберта Сальвадора. Может быть, даже рука сейчас дотянется. И вот тут иногда вот в начале книжки
в середине там книжки, где если какая-то часть начинается, там вот особенно в начале книжки, там этот Дзирдо Урдан начинает втирать нам, типа, а вот здесь случилось то и то, и то, и то, и то. Или еще там где-то вот идет глава прошла, там 15 глав прошло, потом, а вот в этой жизни случилось то и то, и то. Я вот не понимаю, это что, рассчитано на дебилов, которые не знают, что они читают, что вот прочитал страничку и забыл, вот у меня знакома одна есть, ну, очень такая знакомая, ну, из серии таких вот, ну, увидел человека, уже знакомый. Она со мной знакомилась два раза. Допустим, сначала ее звали... Мне хочется сказать другое имя. Ну, допустим, пусть это будет знакомый. Сначала его, допустим, звали Сереженька, а минут через 15 его уже звали Мишенька. Ну, в какой-то главе волшебница Тамура... Хамура-Тамура параллельные миры иногда пересекаются, или как там я это... перевела, не помню уже, короче, вот в той манге, которую я перевожу, там вот как раз вот была такая глава, что Мадока спрашивает Хамуру, а ты кто? И минут через пять опять, а ты кто? И вот тут также, видимо, рассчитано на дебилов, которые вот, ну, не помнят уже. Вот просмотрели 10 серий, блин, а чё я вообще смотрю? А вот оно чё! Вот эти серии меня раздражают, откровенно говоря, что в книжках мне такое попадалось только вот здесь. Что в аниме. Тут вот целых 3 серии. Плюс еще я так поняла, что есть манга, может быть, есть еще книжка. И вот в манге там как бы некоторые герои отсутствуют, которые есть в аниме. Это еще в Википедии написано. А как-то вот, ну и некоторые герои там вот, что, допустим, в последних сериях я все ожидала какой-нибудь романтичной темы, потому что вот честно мне, вот если вы смотрели аниме, вот, ну, скажите свое мнение в комментах, если не смотрели и вдруг заинтересовались и посмотрите, тоже буду рада вашему мнению. Мне честно казалось, что этот Кейки запал на нашу Йоко. Вообще, у Кейки сначала была королева, он такой весь напыщенный мудак. Выбрал себе какую-то королеву. Говорит, вот ты должна. Ничего ей не объясняет, вообще где-то ошивается там на каких-то так тусовках, скажем так, киринских. Да, вообще киринов, они растут на каком-то острове, на горе. Вырос Кирин, созрел, пошел, значит, выбрал правителя, дал ему Бог голос свыше, и он так, о, я знаю, вот эта баба или мужик будет правителем. И живет он с ней практически, и вот помогает там вести дела государственные. И вот выбрал он какую-то женщину. Ему объясняют, что как бы женщине-то надо как-то повежливее быть, подобрее. И вот он стал к ней по-доброму относиться, и она не врубилась, и решила, что он к ней неровно дышит, и запала на него. Ну и стала так всех баб мочить, потом в результате, да, вот если правитель ведет себя хреново, то Кирин заболевает. В общем, Кирин заболел, и баба говорит, что ж мне сделать-то, чтоб ты поправился. Он говорит, откажись от трона. Она отказалась от трона, сделала, кажется, себе харакири, ну, в смысле, откинула копытцем. И Кирин поправился, и Кирин пошел искать новую королеву. Вот нашел он ее, говорит, ты должна быть королевой. Нет бы там объяснить, девушка, я такой-то мудак, одну королеву укокошил практически, вот хочу другую найти. Ну и, в общем, как бы, у меня вот ощущение было, что он неровно дышит к этой Йоко. И вот периодически он что-то там ей как-то намеками, там даже серия такая была, она там какую-то претензию, что ты мне ничего не говорил, не доверял, и он ей типа, а ты что бы мне доверилась, вот ты-ты-ты. Прям влюбленная парочка. Но я так понимаю, что она его не воспринимает как мужика. А, конь там, он человек. Да, этот Кирин может быть человеком, может быть, соответственно, конем, Кирином. А он, видимо, к ней все же неровно дышит. И вот в последних сериях я так надеялась, что там как-нибудь он ей скажет, допустим, как Нацу, Люси. Спойлерю. Кто мангу читал, тому ладно. Кто не читал, уши заткните, если вы Fairy Tail любите. Или почитайте последнюю главу манги. Короче... Как бы на отцу Люси хотел признаться, но не стал. И тут он как бы, я все жду, когда ж ты, козел, уже этой Йоко признаешься, а он как-то так вот, ну, слитое все такое. В общем, аниме не настроено на то, чтобы показать какую-то романтическую тему. Аниме настроено на то, чтобы показать главным героям весь вот этот мир. Все эти 12 королевств в общей целости. И там как бы... Кайкяку, те, кто попали из Японии к нам. Ну, в смысле, вот мы, эти 12 королевств. Еще что хочу сказать, вот меня так приколола такая тема интересная. Ну, в общем, чтобы парочка заимела ребеночка, им надо соткать вместе ленточку. Мужик с бабой ткут ленточку, привязывают к веточке дерева, говорят, дерево, хотим ребенка. И вот через какое-то время такой плодик
созревает из плодика. Плодик вообще на срезе внутри напоминает утробу женскую. Вот человеческую утробу, где вот это в животике растет ребеночек, и вот пшик, плодик раздолбался, вот вам ребеночек. Ну, точно так же там животные всякие, кирины появляются. И иногда бывает ураганчик, который этот плодик херакс с дерева, а этот плодик в нормальный мир, в какую-нибудь Японию, где вот он как бы рождается. Видимо, сочетается с беременной женщиной, с ее ребенком внутри уже как бы рождается вот такой вот кайкяку. Тайка это называется. Кайкяку — это тот, кто попал из Японии в 12 королевств. А тайка — это тот, кто прилетел из плода древесного в мир японский, выродился, вырос и обратно улетел. Иногда не улетает. В общем, очень интересное аниме. Я думаю, даже его можно вот, ну, из тех аниме, которые можно пересмотреть при случае. Ну, вот эти серии повторяшек можно будет промотать. Ну, или просто даже уже так поностальгировать, посмотреть даже серии повторяшек. Оно мне очень напоминает вообще Дикон. То аниме смотрела, может, года 2 или 3 назад, хз, когда я его смотрела, но прилично так. «Повесть о стране цветных облаков». Там, по-моему, как минимум 2 сезона в этой повести о стране цветных облаков. И мне там нравится тупо Сейран и Косюрей. Сюжет не буду пересказывать. Там как бы такая тоже параллельная своего рода вселенная. Женщина, которая добивается чего-то такого умного, хорошего. И вот постав какой-то там стране. Больше тоже напоминает такой Китай своего рода. И вот ее Сэкиси. Сэкиси ее обзывают, потому что у нее такие малиновые волосы. Как бы сочетание одного и другого, что ребенок с такими ярко-красными волосами, которые не свойственны ни для японцев, ни для этих 12 королевств. Соответственно, предки, кстати, эту Йоко не особо воспринимали, потому что вот, значит, у тебя такие волосы, ты должна их красить черный цвет. Да как так, слушайте? Вашего ребенка нестандартные волосы, а вы его еще гнобите за это. Ну, вообще, предки там феерические какие-то. Так, ну и вот Косюрей мне, да, вот я тут держу бумажку, но никто ее не видит. Блин, почему на экзаменах раньше нельзя было так вот стоишь у камеры какой-нибудь и вот бумажкой себе машешь под носом, шпаргалкой. Я вот никогда не умела шпаргалками пользоваться на экзаменах, на контрольных в школе. Однажды сделала шпаргалку по истории в 8 классе на экзамен. У нас там был профильные такие, ну как бы гуманитарный класс. И забыла ее дома. В общем, Косюрей мне очень напоминает Йоко Сэкиси. В чем-то вот так вот. Кто и правда подкатывал этот самый император, такой слегка тупой, ленивый. Ну, как бы умный чувак, который косил под тупого ленивого императора, а еще под гея попутно. И вот у Косюрей был еще Сейран, который как бы ее... Ну, с какой-то стороны он, видимо, к ней неровно дышал, возможно, она ему, к нему тоже неровно дышала, и он как бы старший брат того этого императора в повести о стране цветных облаков. Ну, короче, мне они оба аниме эти очень нравятся, и когда я посмотрела «Хроники 12 королевств», я поняла, что оно мне напоминает, только не могла вспомнить название. Пошла гуглить, смотрю, и действительно вот оно. И оба аниме, в принципе, советую очень просмотру. Ну, в принципе, я решила, что вот у меня плейлист такой, что Лёля советует манго-аниме, да, вот то, что мне понравилось, я действительно решила обозревать. А если оно мне не понравилось, нахрен его советовать? Я вот смотрела тут одно аниме, «Принцесса Белоснежка» или что-то такое. «Красноволосая принцесса Белоснежка». Вот чисто, чтобы мозги разгрузить, самое тупое аниме. Одно из самых тупых аниме, которое смотрела. Я его посмотрела, думаю, нахрен мне его обозревать, оно уже тупое, оно мне не понравилось. Что я буду говорить людям, не смотрите, да, как бы в плейлисте советовала не я. В общем, если вы любите что-то такое историческое, ну, конечно, не историческое, ибо фэнтези, да, но оно как бы очень такое... Если воспринять, что в нашем мы живем и есть какой-то параллельный мир, то почему бы не воспринять то аниме как историческое? Аниме очень много всего обхватывает. Вот последняя серия, конечно, там Йоко, она идет чисто как слушатель. Там ей вот император другой страны, тоже Тайка, говорит, я то, вот мы с моим Кирином то и то. И вот у него Кирин, он маленький такой мальчик, блондинчик, кажется. И, короче, у этого, этому... королю где-то лет... Ну, в общем, он 500 лет уже живет вот в этой одной из страны 12 вот этих... В одном из 12 королевств, а эта вот такая молодая, и они вроде как делятся своим... с ней опытом.
Ну, я-то ждала какую-то романтическую подоплеку и более-менее хэппи-энд, а тут вот именно аниме такое с многоточием. Вообще, вот у меня тут аниме с многоточием, так и написано. О. Правда, тут у меня еще сбоку что-то написано, еще что-то написано, и еще что-то написано. Я вообще люблю что-то записывать по диагонали, поверх, вот так вот как-то. Мне сегодня что-то приснилось, пара человек, с которыми я в кульке училась, они у меня в Пете, точнее, училась. Они со мной всегда так офигевали, когда я записи какие-то делала. Ну, вот блокнотик у меня такой был, он где-то до сих пор лежит, ежедневник. Я сначала одним цветом напишу, потом другим поверх цветом напишу, потом еще карандашиком напишу, вот там чего-то, ну, говорят на лекции, чтобы не забыть, да? Или какие-то мысли. И вот тут также, в общем, бытовуха в повседневном мире. Основные тезисы. Аниме. Хроники 12 королевств. Аниме с многоточием. Плюс 3 обобщающих серии для тех, кто ни хрена не помнит, о чем он смотрит. В общем, всем спасибо за просмотр. Не-не. Забыла про это. Не, совершенно. Без парика, да, вот без парика. Не, он мне там... Я вообще ожидала, что мне придется одного сайта расчесочка с фиолетовым мелом, чтобы я сама себе покрасила так вот пару прядочек. Но что-то вот она... пришла. Не везет что-то мне последние пару лет с этими китайскими сайтами, не только Алиэкспресс, там еще какой-то Джум, что ли, ну, в общем, как-то обламинго птица меня преследует в этом плане. Ну, и поэтому только вот серебристый лак от Орифлейм, кольцо бижутерное от Насти Зарецкой, серебро серебряное от меня, и еще одно серебро серебряное от меня, и никсовая помадка от Влада. Всем спасибо, кто осилил. Всем советую то и другое аниме к просмотру. Всем хорошего аниме, интересного. И без всяких вот этих серий повторяшек. И всем пока. Ня-мяу.